смотрите, ноябрь в Каннах, я в майке иду. Это вообще очень странная пора в Каннах, ноябрь, потому что теток на круазет можно встретить в шубах, ну и таких, как я, в майках. То есть молодежь, она вся ходит в майках, тетки ходят в шубах. Честно говоря, температура примерно, говорят, 20 градусов, но мне кажется, все 25. Это точно. Ну а с вами я, Мила Фрино, и сегодня будет какой-то влог, может хороший, может нехороший, потому что у меня нет совершенно никаких планов на сегодня. Я очень устала от своих каникул, наконец-то вернулась в Канны и счастлива. Еще такой прикол, у нас дома не было всего 15 дней, я пошла сейчас гулять с ребенком, подошла к воротам и тупо забыла код, чтобы выйти из резиденции. Я несколько минут смотрела на табло и не могла вспомнить код, который еще 15 дней назад я знала. Мы тут спрятались за кустами и смотрим, как Тео тренируется. А вон он кричит там, на другом корте он. О, там далеко, с другими детками. Хорошенький такой, славный мой мальчик. А еще мы нашли папу. Вон он сидит там с Даниэлем. Ку-ку! Что фильмеси ты плетаешь, ты заби? Смотрите, как Даниэль одет. Какие шорты голубые и обувь голубая. Он всегда у нас в форме. Даниэль 75 лет. Да? Чуди, да? Да. Постоянно, когда играет в теннис, ругается, когда пропускает мяч. Такие маты от него можно услышать. Никогда не знала, что он умеет так ругаться. Ленка, 6 часов вечера, ты все еще дрыхнешь. Лен, Ленка, посмотри, что ты с кроватью сделала. Дочка. Доченька, ничего себе ты сиесту завалила. 6 часов вечера, Лен. Просыпайся, пожалуйста, маме скучно. Дочка, Ленка. Вообще не такая здесь гречневая каша, смотрите. У нас в России она какая-то коричневая, это черти что. И по вкусу на лен похоже, но мне хочется гречневой каши. Вчера позвонили из садика и сказали: так, мама, срочно приезжайте за ребенком, она там у вас болеет, вообще у нее там температура какая-то ужасная. Мы ей дали типа аспирин, но не знаем, как все дальше будет продолжаться. Короче, я забрала ее, через час она уже была в норме, сейчас тоже она в норме, но я ее в садик сегодня не повела. Короче, мы пойдем с ней покупать мне свитера, потому что холод такой наступил. Смотрите, я вообще в куртке, в зимней, которая для горнолыжного сезона предназначены. Я одела эту куртку, под низом у меня майка, потому что оказалось, что у меня нету свитеров. Я их все продала в прошлом году и вспомнила только этой ночью. Я-то думала, что я операцию по увеличению груди сделаю в декабре, и подумала, нафига мне все эти свитера будут на мой минус первый размер, если у меня потом будет там троечка, да? Я взяла их все на eBay, выставила. И сегодня ночью такая лежу и думаю, блин, я же все продала свитера, а операцию на апрель перенесла. Короче, ступила полностью, теперь поеду покупать себе новые свитера. Поеду на автобусе. Я на автобусе ездила последний раз, когда... лет 5 назад, наверное. Что это за машина сзади меня? Короче, лет 5, наверное, назад я ездила на автобусе, я даже не знаю, сколько это стоит. А машина у меня уже в гараже где-то 2 недели. Хотя плюсы в том, что у меня нет машины, я тоже нашла. Потому что я потеряла примерно 1 килограмм за эти, сколько, 2 недели, да, у меня нет машины уже. Я выяснила, что в садик не так уж и далеко пешком сходить, в магазин иногда пешочком хожу. Но в центр города я, конечно, пешком не дойду, потому что там по горам челепать с коляской, в общем... не до этого. И что-то у меня такое впечатление, смотрите, на автобусной остановке вообще ни одного человека нету, поэтому мне так кажется, что автобус уже просто уехал. Давайте посмотрим, во сколько он должен быть. Автобус. Так, сейчас 10:23.
А здесь что написано? 10:23. О, ну, в 10:22 прошел. Вообще, довольная я. Достаточно счастливый человек. Так, следующий в 43. Ну, я, короче, пройдусь еще пока пешком немножко. И на следующей остановке там поймаю свой автобус. А вот эта мадам, она вообще никогда в жизни не ездила на автобусе, да? Привыкла на машине, видите, какая обделенная судьбой девочка. Никогда, ну, она видела автобусы, конечно, но она никогда в них не заходила. Может, она даже представления не имеет о том, что в эти автобусы можно заходить и куда-то ехать даже. Может, она удивится. Вот вы видите вот там высоко-высоко самолет? Я тоже не вижу. А она все видит. Она мне тут кричала уже: «Мама, мама, мама!» Как они все это видят? Что мы с Ленкой уже полдороги прошли, но дальше идти невозможно. Автобус еще не пришел. Смотрите, вот там дальше, получается, идет... Там нет просто тротуара. То есть непредвидено, да, чтобы туда, в центр города, попасть пешком. То есть либо на машине, либо на автобус. Либо по краю дороги, но это же опасно. Короче, выяснилось, что автобус стоит 1 евро и 50 сантимов. Сейчас я говорю на камеру, и все люди, которые сидят, они на меня смотрят, как на идиота. Ну, в принципе, это нормально. Га-га-га-га. Кто ж это покупает, вот эти юбки, например? Или вот эти шорты? Ужасно красивые шорты. Сегодня день траура во Франции, поэтому все флаги спущены. И даже вот на мэрии города тоже вот такой огромный просто флаг растянули, я не знаю, сколько метров в длину. И все остальные флаги, они спущены. А вот что еще хотела показать. Смотрите, у работников мэрии есть вот такие вот велосипеды, и они даже помечены. Мэрия Кан, видите, Диез Мэрия Кан. Вот так их можно найти в Твиттере. Полным ходом идет установка различных каруселей и прочего для Рождества. Но муж сказал, в этом году никуда мы не пойдем. Зря он так боится. Хочешь что-то взорвать или просто орешь? Стоит и на арабском орет. Вот тут кто-то реально постарался. Смотрите, какой огромный флаг выставил свое окно. Мы какой-то маленький купили, там 1,5 метра на метр. Жужука вчера приготовил патуфе вот этим вот и пообедаем. Да прекрати ты мяукать! Это очень-очень вкусное блюдо. Правда, чтобы его есть, нужно и нож, и вилка, и ложка. В общем, куча всего. До какой-то тарелочки, грубо говоря, супа. Сим? Сим? Ты живой? Сим? А, хорошо. Когда Леночка болеет, она живет у меня на ручках, да? Когда она болеет, она гнездышко свила у меня на ручках, и вот целый день у меня на ручках. Так? Маме же тяжело. Смотрите, у нее такие кучерявые волосики. Надеюсь, что все это изменится, потому что блондинок кучерявых у нас в семье нету. И так муж мне вопросы уже задает. Ленка, в кого ты такая блондинка, Ленка? Ты чихаешь, что ли, да? Чихает, да, Сима? Кот быдло. Ты просто нереальный кот.